Ландер. Слепышев. Опережает его Каюмов. Осипов. Здорово уходит от силового приема. Слепышев оказывается на льду. Осипов. Классная диагональ. Но эта шайба перехватывается Андроновым. Слепышев. На Андронова момент. И какое спасение! Выручает Пускуали свою команду. Длинная диагональная передача от Осипова была перехвачена. И из этого перехвата ЦСКА нарисовал очень опасный момент. Эдуард Пускуали выручил свою команду. На самом деле просто остановил фактически третью заброшенную шайбу в исполнении ЦСКА.